Всем привет из Давоса. Сегодня отвечаю на ваши вопросы. Хочу начать с вопроса, который задала мне Вика и Елена. Какие 5 шагов надо сделать, чтобы Украина была более успешна? Ну, прежде всего, это образование. На втором месте поддержка малого и среднего бизнеса. На третьем репутация страны. На четвертом защита инвестиций. Каждый инвестор должен быть уверен, что его, что он добьется успеха, заработает денег и получит их. Что еще? Ну и, конечно же, это медицина. То есть сегодня медицина должна быть на высоком уровне. И очень важна судебная система. Суды должны работать справедливо. И каждый гражданин-инвестор должен понимать, что их будет справедливо оценивать. Виталий задал вопрос о будущем мировом кризисе. Бесспорно, в ближайшее время, год, два, три, наверное, будет кризис. Но кризис на кризис не похож. И нам нечего его ждать, будет он, не будет, никто не знает. Трамп сказал так: сегодня время для оптимизма, надо закатывать рукава, идти вперед, создавать ценности и развивать свои страны. В том числе они развивают Америку, а мы с вами развиваем Украину. Андрей задает вопрос, чего больше в Давосе, политики или бизнеса? Как раз этот форум посвящен объединению правительства, бизнеса и общественности. Только когда и правительство, и бизнес вместе работают рука об руку, когда они делятся новыми подходами, новыми трендами, и мы, кстати, за этим приехали. Мы хотим понять, какие новые тренды в образовании, в управлении, в бизнесе, в инвестировании есть в мире, чтобы это привести к себе домой и внедрить их в нашу экономику. Юрий задает вопрос, что самое важное для развития нашей страны и какая идея может всех объединить. Это вечный вопрос, на него никто не может дать ответа в нашей стране. Вот как раз мы в поиске. В принципе, конечно же, надо развивать предпринимательство. Надо пересмотреть отношение к бизнесу, к успешным людям, которые создают рабочие места, создают новый бизнес, которые платят налоги. Что у нас получится лучше, или развивать IT, или развивать сельское хозяйство, переработку сельского хозяйства, или зарабатывать на транзите, мы увидим, это зависит от людей, которые этим будут заниматься. Чем умнее нация, чем креативнее люди, тем быстрее мы достигнем развития нашей страны. Аня задает мне вопрос, какое место мы занимаем в революции 4.0. Я хочу сказать сразу, Аня, надо реально оценивать свое положение. В инновационном плане Украина на очень низком месте. И для того, чтобы нам сделать качественный скачок, надо поменять образование, надо стартовать уже не с прошлого, а взять лучшие навыки, которые есть по мире. В мире, вот, допустим, в Давосе очень много инновационных компаний. И стартовать уже из сегодняшнего дня. И тогда, может быть, мы достигнем какого-то прорыва в инновационном плане. Bloomberg сейчас опубликовал рейтинг, и мы, к сожалению, из 100 стран, мы где-то на 90 месте. Я с этим согласен. И нам надо реально оценивать, где мы находимся, и очень много работать, чтобы сделать качественный скачок вперед. Руслан задает вопрос, какие новые световые тенденции, которые могут прийти в нашу страну. Я хочу сказать, что как раз наш проект Unit City сейчас в тренде. Это объединение новаций, производства, это объединение компаний, которые ищут друг с другом коллаборацию, создают новые продукты. И применение, конечно, больших данных, искусственного интеллекта – это тренд сегодня во всем мире. И в Давосе это явно чувствуется, что это номер один тема. Сегодня мы внедрили новый подход, я отвечаю на ваши вопросы. Если это будет интересно, я это сделаю на постоянной основе. Главный вывод, который я получил в Давосе. Прежде всего, надо навести порядок, надо поднять экономику в своей стране. Когда люди будут жить богаче, когда экономика будет расти, то точно мы сядем за стол переговоров с крупными странами. Пока мы не очень интересны всем. Поэтому наша задача внутри страны поднимать экономику и становиться сильнее. Всем спасибо.